Приходя в студию лазерной косметологии Ариста, вы можете быть уверены, что получите качественный комплекс эстетических медицинских услуг. А чтобы результат проведенных процедур был максимально эффективный и безопасный, независимо от того, какую процедуру вам предстоит пройти, изначально требуется консультация врача-дерматолога. Лазерная эпиляция, удаление нежелательных сосудов, пигментации, татуировок и татуажа, лазерное удаление различных новообразований, таких как папилломы, родинки и бородавки, лазерное омоложение или же лечение хронических ринитов и храпа, любую из этих процедур предваряет консультация специалиста. Данная консультация освещает суть предстоящей процедуры, предварительное количество сеансов и их частоту, показания и противопоказания, ощущения во время процедуры, рекомендации по уходу, а также многие другие аспекты предстоящей процедуры. При предварительном обследовании и сборе анамнеза исключаются абсолютные и относительные противопоказания к процедурам. А это значит, что предстоящая процедура будет не только максимально эффективной, но и абсолютно безопасной. Первичная консультация – это первое и обязательное звено на пути к заветному результату. С нарушением пигментации кожи сталкиваются многие, независимо от пола и возраста. Причины пигментации могут быть самые разные. А вот наиболее эффективным и малотравматичным способом избавиться от этого эстетического дефекта сегодня в косметологии считается лазерное воздействие. Удаление пигментных пятен при помощи аппарата Q-Switch – это современный и эффективный метод избавления от пигментных пятен. Принцип процедуры основан на селективной абсорбции. Пигмент, поглощая лазерную энергию, дефрагментируется, то есть разбивается на мелкие частички и выводится стоком крови и лимфы из нашего организма. От чего зависит скорость осветления пигментных пятен? Прежде всего, конечно же, от выраженности пигментного пятна. Более темные пятна сходят медленнее. Значение имеет размер пятна, глубина его залегания, плотность и расположение меланина в тканях, а также давности и причины возникновения пигментации. Зависит результат процедуры и от индивидуальных особенностей организма, скорости метаболизма, чувствительности кожных покровов и так далее. Какое количество процедур необходимо? Следует понимать, что удаление пигмента происходит послойно, и верхние слои являются своеобразной защитой для более глубоких его фрагментов. Поэтому процедура не может быть одноразовой. Курс составляет в среднем от 3 до 6 процедур с интервалом в 10-14 дней. Полное удаление пигментации не дает гарантии, что пигмент не появится вновь. Процедура проводится на коже, очищенной от косметических средств и обработанной раствором хлоргексидина. Большинство пациентов оценивают свои ощущения как приятные покалывания, пощипывания, переходящие в ощущение тепла и разогрева. При необходимости за 20-30 минут до начала процедуры можно нанести обезболивающий крем. После процедуры в обрабатываемой зоне отмечается отек и гиперемия, покраснение. Также возможны легкие поверхностные повреждения, царапины, мелкие шелушения с последующим образованием поверхностных корочек, которые не являются причиной рубцовых изменений. Отек может сохраняться вплоть до недели. Пигментация светлеет к 14-21 дню. При осмотре возможно наблюдать розовый участок кожи, повторяющий контур пятна, поскольку толщина эпидермиса за это время еще не успевает восстановиться. В большинстве случаев после проведения процедуры кожа не требует дополнительного ухода. Исключением является гиперчувствительная кожа. В этом случае рекомендовано использование крема Pantenol или Bepanthen. Обязательное использование профессионального солнцезащитного крема с фактором защиты SPF 50+. Категорически запрещается загорать 4 недели до и 4 недели после процедуры. Запрещается принимать горячую ванну, посещение бани, сауны и бассейна с хлорированной водой. Категорически запрещается расчесывать или растирать обрабатываемые участки. Запрещается применение косметики, спирт с содержащими веществами, иначе это может привести к негативным последствиям. Лазерное удаление пигментации не проводится в солнечный период года – с апреля по октябрь. Хотите избавиться от пигментации? Выбирайте лазерное удаление пигментных пятен в студии лазерной косметологии «Ариста» и будьте красивы!